страхах. Здравствуй, юность в сапогах, пропади моя тоска. Вот он я, привет, войска. Как узор на окне, снова прошлое рядом. Кто-то пел песню мне в зимний вечер когда-то. Дети, воспитатель — это сильно, это модно. Мои методы прекрасны и свободны. Кто не знает, я волшебниц. Я знаю, она звезды зажигает. Коллектив — моя опора, моя сила. Будь экспертом и воспитывай красиво. За ребенка беспокоиться не надо. Есть он в снежинке. Что нужно детям, чтобы знали все про финансы? Я к детям, снова и снова дети, новое слово дети. Вы моя сила, мои друзья. Идем к детям, каждое утро дети. Игры, шутки, дети, смех и рисунки. И с ними мы идем мы к детям. Новое слово дети, новое слово дети. Вместе мы сила, и мы друзья. Тем, чтобы знали все про финансы. Ирина Владимировна, к участию в конкурсе «Педагог года» готова!